мы старались сделать, искать личность совсем неоднозначную. Видите, как, хотя иногда кино подразумевает какие-то точные, вот это положительный персонаж, вот это отрицательный, подразумевает такую нелепость. Это же нелепость. Людей не бывает положительных или отрицательных. Вот здесь, мне кажется, попытка, поставив людей в крайние обстоятельства их жизни, посмотреть и изучить, что же происходит с человеком. Плюс мой персонаж – человек с очень непростым детством. И в этом основа его дальнейшего существования, его он понял, что мир несправедлив к нему. Знаете, как, по-моему, Шопенгауэр сказал, главное заблуждение человечества в том, что оно думает, что рождено для счастья. Мой персонаж это понял. Он с детства понял, что он не рожден для него. Мы были так шапошно знакомы, но вот когда пришел этот сценарий, для меня было много открытий. Как такой молодой человек может так глубоко размышлять? Ну, потом оказалось, что это неудивительно. Он по профессиональному образованию философ. Поэтому я очень люблю людей, которые очень глубоко мыслят и пытаются добраться до существа жизни человеческого духа. Он очень требовательный и знающий, куда двигаться. Вы знаете, как всегда, режиссеры и продюсеры всегда ищут чего-то нового. А вот новое надо искать в артистах, которые есть и доказывают. Вот в этом смысле Петя как раз оказался тем, в ком эта история расцвела, как мне кажется. Поэтому был, мне кажется, очень точный и правильный выбор. В кино ты не можешь контролировать, как ты это сделал. Я не знаю, я вот мы о чем-то договариваемся до съемок, о чем-то говорим, что-то пробуем, репетируем. И потом вот мотор начали, хлопает хлопушка, и вот с этим звуком удара хлопушки появляется другое время, другое пространство. Если оно появляется, и ты там существуешь. Но иногда это бессознательно. Через сознательное к бессознательному. Предметы хранят в себе очень много энергии. И, конечно, когда берешь в руки 200-летнее оружие, которое, понимаешь, что оно прошло и военные действия, и еще много всего. В этом смысле, конечно, тут есть, от него идет что-то такое